Почти как запуск в космос. Цех промышленных уплотнений открыт. Этому предшествовала огромная работа. Изучили конкурентов, обсудили перспективы. Финансово помог Фонд развития промышленности. Краю удалось закупить часть оборудования. Появились новые рабочие места. Сейчас здесь трудятся 16 человек, но перспектива нарастить объемы производства. Цех, который открывается, он дает возможность порядка 40 рабочих мест предприятию создать новых. Но не только в этом цеху. Будет создаваться еще дополнительно производство графитовой фольги, очистки графита. То есть, конечно же, это все потребует новую рабочую силу. Кстати, промышленные уплотнения, которые цех производит, изготовлены из современных материалов. Такие используют предприятия нефтегазовой, металлургической, энергетической, автомобильной и других отраслей народного хозяйства. Мы частично опытно-промышленные партии уже начали поставлять. Но, безусловно, мы рассчитываем, что будем поставлять не только по территории России, стран СНГ, но и планируем выходить на европейские и мировые рынки. Сегодня невозможно сделать производство хорошее, успешное в будущем, если его продукция не востребована во всем мире. И особо радует то, что эта продукция будет глобально конкурентоспособной. Ну а что касается первой выпущенной в цехе современной прокладки, то она будет храниться в музее предприятия с автографами всех высоких гостей, которые были на открытии. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.